В поселке Безбожник Мурашинского района выбросили 21 баллон с ядовитым хлором. Полицейские принесли в больницу игрушки детям, которых в Куменском районе бросила мать. А в Кирове проведут эксперимент по раздельному сбору мусора. Эти и другие новости подробнее в рубрике «Короткой строкой». Рядом с водозабором в поселке Безбожник Мурашинского района нашли 21 баллон с жидким хлором. Опасное ядовитое вещество представляло угрозу окружающей среде и местным жителям. Утилизировать баллоны должна была администрация, но власти вопрос не решали. Прокуратура обратилась с иском в суд. В исполнение решения суда органы муниципалитета заключили муниципальный контракт с организацией, которая специализируется на утилизации опасных объектов. В настоящий момент баллоны с ядовитым веществом утилизированы. Администрация поселка устранила нарушение, баллоны с опасным ядовитым веществом утилизировали. Полицейские принесли игрушки детям, которых в Куменском районе мать бросила дома одних. 9-месячная девочка и 2-летний мальчик сейчас находятся в центральной районной больнице. Их состояние удовлетворительное. Полицейские решили их навестить, принесли игрушки и лакомства. Правда, пообщаться с малышами не удалось, так как в больнице введен карантин. Напомним, 25 февраля в селе Быково Куменского района 34-летняя мать оставила без еды 2 малышей и ушла на несколько дней. На женщину возбудили уголовное дело по 2 статьям. Ранее горе-мать лишили родительских прав в отношении 3 старших детей. В Кирове проведут эксперимент по раздельному сбору мусора. Его запустят этим летом на 10 площадках. Одна будет на Ленина 20, остальные в Радужном и Лубягина.